Здесь от экипажей из Великобритании, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Китая, России. Выступление пилотажной группы «Беркуты». Президент России Владимир Путин включил чемпионат в Дракино в план мероприятий по празднованию столетия российских военно-воздушных сил. До начала остается чуть больше месяца. 12 июля Федерация вертолетного спорта России еще раз встретилась с представителями администрации Серпуховского района. Обсуждалось размещение гостей, организация проезда, возможность расширения дороги Дракино-Протвино и ремонта дороги Калиново-Калугино.